Общественность республики должна перейти к активным действиям в борьбе с коррупцией. Об этом заявил глава Якутии Егор Борисов во время заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. Одним из главных вопросов стало взаимодействие в этом направлении исполнительных органов государственной власти республики и органов местного самоуправления республики с правоохранительными органами и с институтами гражданского общества. Обращаясь к участникам заседания, Егор Борисов дал положительную оценку совместной работе, подчеркнув, что в нее должны быть вовлечены все институты гражданского общества. Отметим, что за январь-сентябрь 2016 года органами внутренних дел республики выявлено 102 экономических преступления коррупционной направленности, из которых 21 совершено в крупном и особо крупном размерах. Расследованием окончены и разрешены материалы по 92 преступлениям, из них доведено до суда 90 уголовных дел по обвинению 66 лиц.